Спасибо. Ну и сейчас песенка, которая как бы сама по себе не совсем в эту тему, но она иллюстрация к тому, что я вам только что изложил. Жил в Мурманске такой художник Игорь Вахромов. Родился в один год со мной в июне. То есть ему сейчас было бы 50 лет. И мы с ним дружили, потому что он был классный. В Мурманске таких людей было мало, которые понимали авангард и были стильными, умными и добрыми при этом. И в середине 90-х меня из родного города унесло, а он остался там, и потом, когда я туда вернулся, ну, я узнал, что он недавно помер. Я попытался узнать, что, где. То есть я знаю, что он, и помню, что он рисовал картины, что он горел искусством. И помню этого парня. Я ничего не нашел. Я нашел только запись в адресной книге, водопроводный там проезд в Омске, квартира такая-то. И то, что я про него когда-то написал. А в 93-м году мы с ним собрались в квартире и в рамках нашей дружбы, купив мешок травы и что еще осталось на деньги, на еду. Свекла осталась, и хлеб, батоны, и свекла маринованные. Офигенно, вкусно. Это вообще офигенно. Все вместе было офигенно. И у нас были две кассетные деки советские, какой-то ревер «Лель» и клавиши ПСР Yamaha 200. Кто в курсе, это такая самоиграйка с лампочками. И мы записали какую-то концептуальную такую штуку. Я ее недавно нашел в своих архивах. Сейчас я занимаюсь ее ремастером и скоро ее выложу. И вот это... То, что сейчас хочу сыграть, это номер из того, что мы тогда делали. Написанное нами совместно, Игорь в память и как иллюстрация к тому, что злая звезда искусства, оно позовет тебя и тебе пообещает, но оно в то же время тебе говорит, будь готов, что ты окажешься просто в полном нуле. Это часть сделки, и очень многие этого не выдерживают. И к этому надо быть готовым. Диалог с головой. Игорь задумывал это как какого-то рода коммуникацию с головой, висящей в воздухе. Потерявшее тело, где твои ясноглазые встречи, где твои многорукие братья, где твои благородные плечи. Передай, что сказал тебе Кафка в предрассветном тумане ругаясь. Расскажи о космических схватках и о совокуплениях галактик. Это очень досадное дело, оказаться в висящих пространствах и не бегать по стеклам и стенам. И не трогать поющие камни, говори на всякие штучки, о сияющих лезвиях в небе, о горячих следах на ступеньках и о рыжих нахальных ирландцах. Говори, жели тебе непонятно, говорить о любви нужно просто, чтобы каждому было приятно, чтобы буквы сияли, как звезды.
вопрошаю с мрачным пристрастием на грани вскипающей злобы. А почему так торчал он у Франца, незабитому гвоздю подобен? Я вчера была на Рамштайне, и поэтому сильно промокла. Если я сейчас расчихаюсь, то буду прыгать с мечтой неловко. Покалам бихейвиоризма, мой макар предрассветного свойства, а композиторы прошлого века превзойдут во всех разбедяйстве. Бестолковый глупый ты орган, и луча твоих мудростей нету. И не воображай себя птицей, и не хлопай ушами по ветру. Отвечай мне, как римскому папе, на которого писать не стоит, кроме как, если он полыхает. Что сказал леденящий Кавка, матерясь сквозь желтые зубы? Разрешите меня и умойте, и домажьте меня бриолином, чтобы свиста был больше, чтобы сага моя была длинной. А живу я в расколотых трубах, и после семи всегда дома. Что касается вашего Кавки, то я с ним вообще не знакома. Как ни горьки эти слова, но очень тупой была голова. Спасибо.